Лично у меня огромная радость от того, что мы с вами все-таки встретились, познакомились, потому что встреча была долгожданная и желанная. Мое любимое занятие в этих тотальных путешествиях – это городские стоянки. Я обожаю приставать к людям на улицах с вопросами о том, какие буквы в каких словах нужно вставлять и писать. И, как ни странно, люди останавливаются, они готовы общаться. Наша стоянка проходила не совсем в стандартном формате. А мы подготовили такие бумажечки, на которых были написаны правила, как себя вести в ситуации новой коронавирусной инфекции. И пропустили буквы в словах коронавирус, карантин и прочее. И наоборот написали, почему нужно ставить именно такие буквы, а не другие. Такая ценнейшая бумажка, можно и с вирусом бороться, и грамотность вспомнить. Желание нести грамотность в массы невозможно остановить ничем, кроме мировой пандемии. Чувствуешь масштаб тотального диктанта и насколько он широк и распространен по всему миру.